секундочку, извините. Сейчас вы пройдете. Да, ну. Сейчас еще. Чуть успел. Сейчас еще будет. Нет, будет постоянно. Это зажигалочки, разрывы хорошие, настоящие. Там зарево, там зарево есть, наблюдается зарево. Сейчас после взрыва, смотри. Вот, когда, как только за зданием прячется огонек, сразу зарево наблюдается. Вспышечка такая. Но это уже пятая или шестая? Да, да. То есть, ну, смотри, слышно бах, да, запустили. Изменение слышно. И секунд через три. Ну ты сейчас бахнула, это, наверное, тот звук. Вот. И ловите зарево, сейчас будет. Это со стороны песок, я так понимаю, нет, да? Или нет, с аэропорта? Откуда-то Маринка оттуда летит. Смотри, сейчас. Бах. Зарево, вот оно. Слушай, ну если это фосфорные бомбы, то их что-то дохрена набросали уже. Они. Самое, что они есть. А сейчас ну, стендапчик да. Отключить. Сейчас. Отключи, может еще что-то снимем. Вот, пошла. Да. Диктофон где, Тарас? У меня в кармане. Да, диктофон. Вот на фоне этого. Я на фоне этого скажу, да, а завтра наверняка мы что-нибудь. Слушай, тебя не будет видно. Да. Свет у меня из сумки возьми. Разгляните. Только свет нужен в потолок, потому что у меня здесь можно децибелы. Можно слегка, понял. Децибелы, да, слегка. Сейчас еще палец. Ох, я видел, да, вспышка была. Да, там уже пришла женщина, будем писать. Сейчас мы идем. Вот, пошла. Судя по всему, за моей спиной находится зарево бомбы, от зажигательных бомб. На кадрах вы можете наблюдать, как они приземляются, и после приземления, помимо звука, еще наблюдается небольшое зарево.